Всем привет, канал Мосолим. В работе сегодня у нас Kia Optima на полную шумоизоляцию. Начнем работу с дверей. Двери разобрали, подготовили к проклейке, обезжирили. Вот так выглядит штатный шум в дверях. Передняя водительская, это у нас дверь разобрана. Ну, вот такие полоски вибра на всю такую площадь двери. Задняя дверь, соответственно, то же самое. Приступаем к шумоизоляции. Поэтапно покажем вам, как будет проклеена каждая дверь на Optima. В первом слое проклеивается виброматериал, клеится на горячую и все прокатывается. Вся внутренняя так от двери проклеена. Затем на двери клеим второй слой, шумопоглощающий материал. Толщина материи 6 мм. Также вся внутренняя плоскость двери проклеена. Уже вот такой качественный глухой звук. Затем третий слой вибра. Щиток ставится на место, проклеивается виброматериал, прокатывается валиком. И четвертым слоем шумопоглощающий материал. Таким образом будет проклеена каждая дверь на автомобиле и максимальная шумоизоляция дверей. Разобрали Optima, разобрали багажник, поверхность подготовили к проклейке, обезжирили. Ну, такая вот штатная шумочка в данном авто. Kia Optima, практически голые арки, голые крылья, арочки со стороны крыла, ничем не обработаны, минимум вибра. На днище багажника и никаких шумопоглощающих материалов. Как следствие вибрации, шум дороги, все это у нас в салоне. Разобрана крыша также, тоже голый металл. Вот, приклеена какая-то тряпка. И на этом все. Ну и салон, соответственно, тоже разобран. Тоже завибрен. Ну, средний. Автомобиль шумный, необходима дополнительная шумоизоляция. Чем мы будем заниматься? Заканчиваем работу с крышей на Optima. Первым слоем проклеили вибро. Все прокатали по всей крыше и вторым слоем клеим акустический войл. Доклеиваем последнюю секцию и ставим крышу на место. Закончили проклейку Optima виброматериалами. Заклеили багажник. Все проклеено усиленным материалом. Здесь материал предварительно разогревается. И при проклейке все прокатывается в валик. Закатаны арочки, арка со стороны крыла. Все, багажник у нас упакован. Также максимально сняли вибрацию со всех элементов в салоне. Все тщательно проклеили, прокатали. Также все клеилось на горячую. Так теперь у нас выглядит салон. Приступаем к проклейке шумопоглощающих материалов. Закончили проклейку шумопоглощающими материалами. На Optima проклеили багажник, проклеены крылья. Все проклеено усиленным материалом. Наиболее шумные места автомобиля. Вот так теперь у нас упакован багажник. Все одним ковром тщательно проклеено. Багажник готов. Закончили также проклейку салона. Все проклеено также усиленным материалом, чтобы достичь максимального эффекта шумоизоляции. Вот такая красота теперь в салоне Optima. Все, шумоизоляция готова, приступаем к сборке. Закончили сборку Kia после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии нашей работы. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы под видео. Всем пока!